Сегодня у нас 27 апреля 2017 года. Подъехали вот с братом Никитой к Южному пруду. Вот тут уже работают во все кроты. Такие кучки уже наделали хорошие. Вот у брата Никиты новый велосипед. Роман ему дал. Видишь, где вода уже стоит? Но это еще не предел. Там, если загородить те два участка, она еще с дождями может подняться потом. Ну, плюс доску еще вторую сделай. Даже представить себе не мог. Метра по два, наверное, местами. Ну да. Тоже глубоко было. Вот так вот. Но этот заход уже подваливать надо будет скоро. Иначе вода будет потом подниматься там. Уходить. И как новенькие стоят. Ну, наша работа. А там уже вообще забутили сюда и хватит. Вот это я уже накидал, видишь, впереди. Целый метр. Вот здесь вот вода уходила, вот под этим пеньком. Вход был. Я его раз закидал. И вот то видишь, пробиваться стал. То есть там надо еще подкидывать. Она вообще пузырями шла вот такими. Я закидал там и все, дырку. Ну пойдем дальше посмотрим, потом еще подкидаем тут. И надо получше будет. Давай, брат, иди. Я тоже иду. А лопату ты можешь оставить здесь. Мне еще Никита помог тут. Вот, не Никита, а вернее Исаак Устинов. Мы с ним там бревна таскали, сейчас тебе покажу. За пруду там одну делали. Но ее еще я до конца не сделал. Надо ее до конца доделать там будет. Ага. Так-то, конечно, красивая. Красивый пруд получился. Ну хоть вода-то не уйдет, как думаешь? Ну тут, я не знаю, ключей-то нету, так что она может. Если дождей мало будет, будет высыхать, конечно. Но не до конца. Я не думаю, что до конца она высохнет. Все зависит от лета, как оно, жарко, не жарко будет. Тут, считай, купаться будет удобно. Раз постепенно в воду сходишь. Если бы глубже опустились, как и началось хотел, может быть, до ключей бы дошли и подводные воды бы сами напитывали его. Вот где Игнатьевна сделал два этих промыла. Они со всех сторон, вода сюда стекается. Только через слив она уходит. А то что такое? Это Игнатьевна сказала сделать это за пруду, чтобы вода не уходила. Чтобы она сюда. Ну она ишь, а в основном-то с этой стороны идет и стоило. Охота шакунуться, так жарко. Опасно. Погода сейчас обманчива. Искупнешь и все. На больничный сразу. Вот так вот шифером немножко я перегородил. Надо будет еще потом провести и загородить до конца. И надо будет глину накидывать, чтобы вода не уходила отсюда. Тогда там можно будет вторую доску ставить, чтобы поднималась. Вот так вот. Исаак мне помогал вот эти бревнышки все таскать. Вот так, слава богу. Одинокий парус. Парусник.
Слава Христу.